В День Победы 9 мая в областном центре произошло ДТП с летальным исходом. На улице Богдана Хмельницкого 79-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля врезался в фонарный столб. По словам местных жителей, которые стали очевидцами трагедии, водителя подрезали, а тот не справился с управлением и вылетел на газон. Свидетели аварии также подчеркивают, что карета скорой и спасатели приехали спустя считанные минуты. Сейчас полиция восстанавливает детали ДТП, что стало причиной случившегося, плохое самочувствие или помехи на дороге, выясняют специалисты. По данным правоохранителей, погибший был жителем деревни Беленицы Ивановского района. В четверг, 9 мая, в 13 часов 45 минут на улице Богдана Хмельницкого города Иваново 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-21-110 не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на опору уличного освещения. В результате с серьезными травмами он был госпитализирован и в больнице через час скончался. В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.